Всем привет, ребята, здравствуйте, с вами Братуха, и это игра Воробоц. Дворец удачи Гентаре продолжает, ребята, свое существование, этот ивент. И у нас опять два опыта за рекламу, я уже посмотрел, получил. Потому что когда есть, ребята, к чему стремиться, и реклама действительно поможет добиться цели, я смотрю рекламу, мне не западло. Итак, соверши трипли килл три раза. Нужно 3 раза трипли килла совершить, 6 дней, 15 часов, в общем, новый, ребята, у нас, значит, операция, Operation, появляется клановые, значит, задания здесь, так, посмотрели, операция у нас, значит, обновилась, операция Е новая, что ж у нас в операции Е-то, ребята, опять 13 уровней, наблюдаем, бесплатно нам дадут 1 миллион кредитов, вернее, миллион серебра. То есть нам не дадут жетон, а дадут миллион. Бесплатно. Кстати, платно 15 жетонов, смотрите. 10 жетонов. То есть нифига себе. Если бы я был бы в техподдержке, в поддержке блогеров, мне бы это все открыли бы бесплатно. Так, дальше у нас получается один бесплатный. Значит, красный. И за 13 бесплатно, если получится, требуется уровень 13, не хватает 58 опыта. Так что возьмите, подсчитайте. Если рекламу будут давать так, как в прошлой операции, то мы возьмем эти 15 сундуков, откроем. А у нас открылась еще одна операция, операция Б. Что же в этой операции? В этой операции у нас еще не открылась, она только вот появится только через 2 дня. Операция Р, это у нас, значит, здесь... Бустеры, энергоблоки, 1150 голды. Значит, ну это уже не такие большие суммы, да, это уже немного, 1100. Один день VIP, 25 миллионов, 65 платины. В общем, маловато. Вот, 3000 голды, по сути, 150, 250, 350 платины. И еще это все, и в конце один, этот, как он называется, жетон усиления. Ну чё, блин, не, ну так-то, сколько стоит? 900 рублей. А, денег нет. Ну, вы держитесь. Так, центр снабжения у нас здесь. Выбираем. Суперприз 450 ключей. Ну, давайте, блин, покрутим рекламу. Рекламу посмотрел. Удачу испытал. 75 энергоблоков получил. Еще смотрим. Смотрим, ребята, что нам дадут еще после рекламы. Выпадает 110 тысяч кредитов. Еще попытка. Крутанулась и открылась 5 платины. Все, реклама закончилась, господа. Халява кончилась. Я, кстати, очень удивлен, почему разработчики до сих пор не сделали платную дальнейшую прокрутку. Почему бы там за 10 голды не включить? Бесплатно? Сейчас 10 голды, 20 голды, 30 голды. И все, открываем дальше. Итак, значит, что получается у нас? По клану я не лезу. По особой поставке. Так, по скидкам я не захожу. У меня D-кубов 500 штук. Да, 500 D-кубов. Я не захожу. Смысла нет. По черной рулетке, значит, 397 ключей. 24 дня. Жду скидку. Копится, короче, посмотрим. До супер игры, конечно, я не дойду, да и выпадает там одно говно. Мне туда желания ходить нет. Разработчики еще не привили туда желания ходить. 25 вроде бы процентов прокачка робота, вроде бы как роботов и пушек, прокачка 25%. Да, 25%. А, я повесил на эмуги, ребята, значит, таран МК3, магнум опять обратно. Почему? Потому что я повесил Отто. Вчера я выиграл Отто, мне оказалось их два. И вот чудотворец, короче, ремонтирует после активации способности, ему ремонтирует час своей прочности 2,5%. Увеличивает скорострельность оружия на основе радиации. Блайт, Хазер, Дека и плазмы. Таран, Редеймер, Спир. Вот. А на сколько он там, кстати? 35%, господа. То есть у меня вот тараны должны стрелять на 35% быстрее. Блин, погоняем, что там. Итак, вчера мы открыли 20 кейсов. Кто, в принципе, не в курсе, кому было скучно смотреть, мы открыли 20 кейсов. У нас 21 открытый кейс. Что мы там могли выиграть, это уже понятно всем. А вот что мы выиграли, непонятно.
Выиграли мы детали с Пайка. 500 штук. Талон один. Маолинг. Говорят, что это ненужная баба. 500 деталей опять с Пайка. От Гарольда. Repair Amplifier 2 штуки. Как бы они, ну вот мне совсем не нужны. Джав одну штуку Гарольда. Спайка деталей. Nuclear Amplifier у нас выпал. Кризиса детали, детали, талон, еще один Гарольд, еще один детали, еще один талон, но Круал. Спир, значит, у нас один выпал. Маркус, пилот, выпал. Значит, время действия Англера увеличено, то есть его способность на 20%. Ну, бесполезный пилот, 20% бегать в инвизе по времени, ну, это чушь. Детали Frozen Scorn'а 2500 выпало. Ну, это у нас за золотую. Еще один талон и Repair Amplifier. То есть, по сути, я сказал, что мне призы не понравились. В комментариях сразу на стриме нашелся один парнишка, который сказал, ты же хвалил этот ивент, как это он тебе не понравился? Ребят, понимаете, мне такие комментарии читать просто противно. Меня тошнит от этого вашего дебилизма. Пожалуйста, если вы дебил, идите в больницу. Не надо приходить ко мне на стрим или на видеоролик и писать чушь. Понимаете? Пожалуйста, блядь. Мне ивент нравится с этими целыми пушками-призами, ребята. Прошлый ивент я не смог выиграть, блядь, ни одной пушки, понимаете? Только когда парни донатили на Декубы, мы открывали, покупали сундуки, мне гарантированным призом выпадали пушки. А здесь целые пушки, блядь, выпадают. Целые пилоты, целые модули и пушки целые, ребят. Джаф выпал. Мне, блин, за три ивента ничего не выпало целого. То есть мне ивент нравится по своей отдаче. Понимаете? Но я недоволен просто призами. Есть такой момент, когда призы не радуют. То есть призы есть, кому-то они... Зашли, кому-то нужен талон. Или нужен Отто. А мне не нужен. Вот и я говорю, что мне призы не понравились. А ивент понравился. Представляете, вы идиоты. Я говорю, ребята, идите в больницу, серьезно. Не надо вам комментарии оставлять, вы тупые. Ну что ж, поехали, ребята, в бой. Надеюсь, что операция Е у нас, ребятухи, сложится, значит. И мы получим эти 13... сундуков откроем. И опять есть вариант выиграть робота Неза. Хотя у меня нет 4 легких пушки прокачанных. Это печально, конечно, но все же. Незера хочется выиграть. Давайте, ребятухи, поехали биться. Орочим за маяками. У меня всегда был... Первый робот — это быстроходный робот, который бегал за маяками. Вот сначала это был Фантом, а теперь это Орочи. Кто-то там лазерами по мне бьет. Маленько подожду, подожду маленько. А что могу сказать, ребята? Значит, на даче были вот сегодня с женой, собрали клубнику. Парняка. Ребята, после этого видеоролика покажу вам фотографию клубники. Ведерко. Кстати, вот зря просто я умер. Фотографию ведерка клубники. Просто она мне ВКонтакте прислала. Я об этом не подумал. Сейчас подумал, и надо будет зайти в ВКонтакт, скачать на комп, поставить в UBS ее и показать вам клубнику, первую клубничку, которую мы взяли оттуда. Ну и видео я обещал. Видео обязательно засниму. Просто как бы с женой времени нет видео снимать. Надо все время в труде в обороне. Все время что-то надо поливать, дергаться, бегать, прыгать. Какая? 4 секунды я не проживу. Ай, блин. И Муги МК-2. Ну, это моя вина, я вперед лез. Сейчас роботы-то не живут. Р-
реально быстрее стали стрелять. Ну, вопрос об уроне остается открытым. Кстати, клубника очень вкусная. Сладкая. Мы с женой съели по 3 штучки, остальное детям. Ну, как всегда. Была одна земляничка. Тоже с парника. Жена дала мне. Говорит, надо у детей не поделим. Кушать. Я говорю, ну спасибо. И любимая моя. Ну как бы да, так урон наношу. По идее, у меня сейчас 40% сопротивления. Ни хрена у меня нет. Урон получаю как взрослый, как надо. Магнумы, блин, 4 магнума бы засадил бы на Незера с таким пилотом, реально бздец. А мне голову открутили. Да ну, это, конечно же, не лазеры последние, тараны. Один парнишка написал там, типа, эй, дурачок, сними скоржи с эмузи. Эй, я тебе отвечаю. Эй, дурачок, у меня другого ничего нет. Одеть. Дурак вообще. Ребята, блядь, что есть, то одеваю. Хватит меня уже критиковать за отсутствие оружия. Если у вас есть какое-то желание, давайте 100 тысяч рублей на ангары, я куплю все, что надо. А то такие интересные. Одень это, одень то, а что ты не одеваешь? А потому что нету. Такие вообще смешные ребятушки. Давай! Багадир, багадира! Не работают твои кометы. Кривометы. Триплекил, ребята, сделать не могу. А надо делать?
О, дабл килл. А чё он не слепнет? Фак её! А, валять. Трипли килл не удался. И мы проигрываем. По маякам, ну, блин, может и есть шанс выиграть, кстати. Выиграть хочется, а чё? А я не буду выходить с круга. Блин, это жопа. Ну, я считаю, вышел с круга. Надо захватывать. Блин, мы проиграли! Ё-моё, как печально это всё! Блин! Ну давайте я сейчас скачаю картинку. Не, один трипли килл сделал. Задание повыполнял. Так, операция что-то там выполнил. Сейчас картинку присобачу. Кстати, хотел бы, ребята, спасибо сказать Александру Валерьяновичу. Не-не-не, не Валерьяновичу. Не-не-не-не-не-не. Не Валерьяновичу. Блин, вы что, серьезно, что ли? Парень написал, типа, братуха, я, блин, не Валерьянович так-то. Я такой, блин, прошу прощения. И у меня есть скриншот, где парень у нас из Валерьяновича, отца Валерьян, превращается в... Сейчас поставим. Валерьевич. Вот. Валерьевич Александр. Прости меня, пожалуйста, что я перепутал. Писал вручную. Видимо, совсем уставший был. Спасибо этому, ребята, списку большое. А мы, значит, следующий комментарий готовим. Кстати, обратите внимание, у нас есть группа, которую вы, наверное, не заходили. Вот она. Воробот, братуха, блиц танки. Понимаете? Вот туда заходите. Вот. И там общайтесь. Так, я еще клубнику, чтобы добавить клубнику. Клубнику фотографировала жена.
Конечно же, жена сфотографировала клубнику вертикально. Но это же жена. Хотя, в принципе, не важно. Короче, вот такая клубника, ребята, у нас. Ну, такое вот майонезное ведерко. Вот. Но, ребят, хочу сказать, ну, пока еще это первая клубничка. Крупная. Мама, не горюй. Очень вкусная. С теплицы, ребят. Клубника с теплицы. Я обязательно возьму камеру. Обязательно. И сниму, что у нас есть на даче. Вот, клубника обалденно вкусная. Дети в восторге. Кто скажет, что типа братуха клубнику спиздил с интернета? Ну, примерно, да? Ребят, идите на хутор бабочек ловите. Это мой стол. Мой стол, блядь. Синий. Кто видео смотрит, тот знает. Ну что ж, клубнику похвастался, показал. С теплицы. Там еще усы, кстати, очень много клубники тоже будет. От усов. Ну и что у нас там дальше? Там что, клубнику показал? Так, короче, это что-то там показал. Один трипли килл сделали. Ну все, поехали в бой дальше. Был бы Незер, я брал бы Незера за маяками. Но Незера нет. Он, конечно же, мощнее и крепче, чем Орочи. Это, блин, это бесспорно. Я бы на Незере больше шухера бы навел у противника, чем на Орочи. Редкие кадры, ребята. У А и Ру. Вместе. Украина и Россия. Вот он, Незер, видите, больше. Он Незер на Клава. 4 Клава. Я бы тоже Клава поставил бы. И он дольше живет, чем я. Мне он один выстрел и все, а по нему уже добим секунд 20. Ну все, меня убили. Гарпунами один раз выстрел и все. На тоже Незер и тоже гарпуны маленькие. Все, и пиздец. У меня даже нет туда никакого смысла идти воевать. Мы его, считай, проиграли. Если у нас, конечно, таких прокачанных ребят нету. Магнумы мне нравятся, они постоянно урон дают. Я их еще помню, на големе использовал. Или не помню, что за робы был. О, русская и... короче, русские и украинцы вместе бегают по маякам. Меня сзади обходят. Кто, блядь, заблокировал мне? Еще и убили. Пимом. Подляцки. Вовчик от джавов получает пиздюлей. Он мне больше урона наносит, чем я ему. Вопрос. Но у меня там большая аптечка конкретная. Кривометами меня азад чпокает. Блин, как мешает этот парень.
Блин, Таня! Это я увидел. Мне от этого ни тепло, ни холодно. Хуя, два удара, и мне жопа. Редеймеры. По нему тоже кто-то два удара сделал, и ему жопа. Я точно тут или где я? Я потерялся. То есть новейшие мыльные пузыри. Лазеры еще в тренде, которого ты менял. Мы, конечно же, проиграли, ёпчель. Там бабки рулят, бабки выиграли. Скилла нету, пацанов, чисто деньги. Шестое место по урону. 3600 набил. Вот, парни, по 2600, 5 маяков. У меня всего 3 маяка. Ни одного убитого, последнее место. Гениально. Какое-то задание выполнили, кстати. Двадцать голды дали. Орочим. Ну так, что, ребята, круче? Орочи на вайперах или незер на... клавах. Имуги на таранах или имуги на лазерах. Ну сами понимаете, но. Та же самая карта. Уже пол робота потерял. Сбежал, сука! И вместо него двое прибежали.
А теперь он вышел, блядь. Говорит, тупый, говорит, брат, тупый, говорит. Ха-ха-ха-ха, блядь. Ну я его не виню, чё. Дурачок какой-то местный. Надо его убить. И у меня будет еще один триплекил. Да, триплекил, ребят. Бля, влететь успел, гаденок. Кразику ему наконец. О-о-о-о! Рэмпейдж! Вот я с равными по прокачке сразу играю как профессионал. А когда человеки перекачанные, ну что мне делать? Погибать только остается. Где тут скилл? Где справедливость? Фак. Эй, муги на таранах! Долго живет, конечно, его ближний бой. Значит, медленно он взлетает. Какие у него там, блядь, 40% добавки? Чушь какая-то. Нет у него 40% добавки. Умирает сразу же. Там у Титана глазик стоит. Сжег меня нахуй, без зазрения совести. Это чуть-чуть СССР добавил ХП, прям вообще жестко чуть-чуть. Это он целиком вылечил? Мне нужен триплекилл.
А трипли килл за титан считается, нет? Жалко, блин. Масса толта. Нас на базе заложили. Откоммунистили на базе. Я думаю, мы проиграем, ибо один парень остался, Монки. Все, проиграли. Да, проигрыш. Печаль нам. Ну, трипли килл-то мы сделали. Шесть шестьсот. 10 убитых, 4 маяка. Да, трипли килл сделали в этот раз. И операция 8 получили. Рекламу получили, операцию Е идем. А, третий уровень не получили мы миллион. В этот раз разработчики поменьше дали сундуков. Ну что ж, ребята, с вами был Братуха. Подписывайтесь, пожалуйста, на канал, ставьте лайки. Дизлайки, оставляйте свои комментарии. Вот, ваше мнение очень важно для нас. И делитесь видеороликами в разных соцсетях, группах, на своих личных страничках, где есть подписчики, чтобы меня больше людей смотрело. Спасибо всем. До свидания.